Єву вже, так? Да, будь ласка, запрошую на сцену Геннадія Балашова, кандидата в мері міста Києва, Віктора Кобилянського, головного юриста громадської організації «Громадський корпус», «Громадянський корпус», і Сергія Корнієвського, голову спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва. Геннадій Вікторович, ви, напевно, пам'ятаєте той час, коли під стінами міської адміністрації не було пікетів і протестних акцій і підприємців. Проблемні питання вирішувалися в діалозі між владою і підприємцями. Мітинги підприємцям – виняткові події для європейських країн. Як ви думаєте, як же міська влада повинна вести діалог з бізнесом, чути людей і вирішувати проблеми підприємців, не доводячи їх до відчайдушних пікетів? Ну, я підведу, я все-таки три сесії прослушав. Я підведу ітог немножко. Находился в небольшом сумасшедшем домі, в котором больные разговаривают о больном. В общем-то, врачей здесь я не наблюдал. Врач, пожалуй, здесь только один. В четвертой сессии появился. Потому что все остальные, я скажу так, мы привыкли говорить ни о чем и обсуждать ничто. Поэтому какой диалог с властью вообще может быть и зачем он нужен? Власть стрижет деньги, для этого туда идут люди. В кабинете министров стригут деньги, для этого они туда идут. У нас 350 тысяч чиновников, которые нацелены на то, чтобы забрать ваши деньги, по-любому. Они и так придумают, так, так, киоск поставят, снесут, это не играет никакой роли. Важно стричь деньги со всего, что есть, именно власти. Вот я на этой сцене наблюдал когда-то выступление Леонида Даниловича Кучму, который выступал, здесь стояла трибуна, съезд промышленников и предпринимателей, кинах проводят. Кучма все свои речи начинал со слов «Нарешті потрібно боротися з корупцією». И строго смотрел в зал, в котором сидели одни коррупционеры. Других просто в зале не было. Сейчас я смотрю, здесь зал заполнен где-то на четверть. Если бы мы проводили съезд коррупционеров, он был бы набит битком. Если бы мы проводили семинар «Решал», люди «Разрешал», то здесь бы яблоку негде было упасть. Недавно проходил экономический форум в огромном зале, Пинчук проводил. Там был и посол Паэт. И на сцене сидела министр Ярейская, Яценюк. В общем, весь цвет коррупционеров страны. А у меня там рядом дом, я когда мимо проезжаю, очень тяжело проехать, когда они проводят форум, меня туда никогда не приглашают. Досадно, в общем-то. Вот. И я наблюдаю парад машин, парад охраны. Люди действительно заинтересованы и с интересом там присутствуют. Но на этом форуме последнем произошел небольшой прорыв. Ну, то, что выступала Ярейская, она кричала, нам еще надо больше денег, надо брать деньги, надо брать деньги. В общем, такая крыса, которая все время берет деньги у кого-то. А берет, кстати, за счет будущих долгов ваших детей. В общем-то, вопросы они не решают. Вот. Но там выступил, интересно, я даже удивился, экономист Лафер, известный в Соединенных Штатах Рейгановской реформой, она заключалась в том, что снижали налоги. Давали возможность развиваться вообще бизнесу. И он как раз сказал, дорогие граждане Украины, вам нельзя идти европейским путем. Но я резче всегда говорю, поэтому меня не сильно слушают. Он сказал это мягко, все восхитились, и даже Ярейская пригласила его советником работать. Правда, оценила его речь совершенно наоборот, что говорит, надо больше налогов. Лафер сказал очень простую вещь. Если вы не уберете с себя налогов, вы будете нищие. Украина не может себе позволить европейские налоги. Партия 5-10 четко на своем знамени написала. 5-10. Вы думаете, набежали предприниматели вступать в партию 5-10? Вы думали, что когда я обрисовал единственный выход из нищеты для Украины, это безналоговое государство? Все набежали. Я провел с предпринимателями встреч невероятное количество. В городе, на улицах. Они все борются. Вот здесь, в этом зале, я выступал, когда киоскеры собрались, их было много, меня пригласили, я сказал, что вас стригут, стригли и снесут.
Их стригли, стригут и снесли. Хотя они кричали, мы сейчас напишем гневные письма, мы сейчас... Это все равно, что овцы пишут, не стригите нас. Или не ешьте нас, волки. Предприниматель у нас овца и терпила. Вот вы на себя посмотрите в зеркало и скажите сами себе, я терпила. Меня имеет это государство. Оно меня разоряет, оно меня грабит. Меня лично оно грабит 20 лет. Я 20 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью, сменилось энное количество кодексов, поменялись налоги. Десятки раз. Разрешения сотни раз. Я открыл, закрыл, спалил 50 предприятий. Но в один прекрасный момент я сказал, не, подождите, здесь какая-то игра в одни ворота. Если я играю по правилам государства, я всегда проигрываю. Если я играю не по правилам государства и то, что они написали, я всегда выигрываю. Где-то с 92 года, когда в очередной раз ввели НДС, и он ударил серьезно по предприятию, я сказал, что во, этому государству я заплачу налог. С тех пор у меня дела наладились, я даже стал народным депутатом. Попал в парламент в 98 году как предприниматель. Обрадовался, потому что посмотрел список. Одни директора заводов, одни предприемцы, одни захлестники предприемства. В общем, больше 226 человек я насчитал именно предприемцы и захлестники предприемства. И, конечно же, я тут же подготовил законопроект об отмене НДС. Он тогда был 28%. Ко мне подскочил защитник нынешних тарифов, Кучеренко известный. Подскочил, а мне, Гена, ты что, с ума сошел? НДС это наш доход. То есть я укусил в самое больное место. НДС это их доход. Наши люди этого не понимают. Вы это не понимаете, какие бабки стоят на кону. 4 миллиарда долларов ежегодно возвращается по НДСу. Я имею в виду на нем зарабатывается. 1,5 миллиарда долларов на таможню. Это все их доходы. И пока предприниматели это не разумеют, будете ползать по асфальту. Потому что здесь происходит очень страшная вещь для вас. В такую страну никогда не идут деньги. Из такой страны вывозятся деньги. А если на территории страны нет денег, вы не в состоянии заработать. Вы в принципе знаете, как продать это кофе, знаете, как организовать поставку товара. Но у вас другая проблема, у вас проблема со сбытом. Вам некому это все продавать. Потому что в Украине тупо нет денег. У нас еще в прошлом году было 180 миллиардов ВВП. Ну, я ценю, сказал, что рост. Абрамович, который должен был быть здесь, у нас намечается рост к концу года 1% ВВП. Но по факту у нас ВВП 85 миллиардов. В два раза упал. К следующему году он упадет еще в 1,5 раза. То есть мы сейчас 2000 ВВП имеем на душу населения, а будет 1500 долларов. Вы не в состоянии заработать в этих условиях, потому что тупо нет денег. Нет денег в Украине. И когда ставишь себе так задачу, ты понимаешь, что единственное спасение Украины, это не борьба вот этого по ликванью, какой-то кодекс написать, потом предупредить родственников и потом сажать дядю. Это идиотизм. Он с вами разговаривал только что как с идиотами. То ли потому, что он сам идиот, то ли он вас считает идиотами. То же самое вторит ему и президент, главное посадить дядю. Начни с себя, еднайся и так далее. Нет, это разговор с идиотами через экран. Идиоты, слушайте, мы сейчас что-то введем, переиначим, сделаем контроль. Ну, правильно, вот это первый раз я цифру эту услышал. 36 тысяч человек занимаются антикоррупционной борьбой. Это бизнес. Это обалденный бизнес. Вы коррупционер, ловите другого коррупционера, он откупается с вас коррупционной взяткой. Это отличный бизнес. Они сами для себя делают бизнес. Так вот, что сделал Сингапур в начале, перед тем, как сажать дядю? Он отменил, блин, с себя налоги. Он сделал так, что все штаб-квартиры мира, концерны, поехали открывать там свои предприятия. Что такое Сингапур сегодня? Это страшная цифра, которая непонятна вообще гражданам. 180% экспорта, 220% импорта. Знаете, о чем это говорит? Что у них импортно-экспортные операции превышают ВВП. ВВП превышают. У нас экспортно-импортные операции составляют где-то 20-30%. Вот страна, пример. Снимите с себя налоги, будете богаты. Будут оставаться налоги, будете ползать нищими, бедными и станете еще беднее. Будете сидеть в киосках до скончания жизни. Не получите вы своего
мечты магазина или сети магазинов. В киоске, а то вообще на улице будете сидеть. Возле аппарата кофемашины. Сколько у нас кофемашин? Обогатились? Черта с два, покупательная способность. Ноль у страны. Вот это надо понять. И теперь ставим себе вопрос. Если у нас 85 миллиардов долларов ВВП, а какой нужен ВВП для страны? 1 триллион. Чтобы жить более-менее европейской человеческой жизнью. 1 триллион. А чтобы выйти на 1 триллион, представляете, какой рост должен быть? 45 миллионов страны должна вся работать. А для этого надо открыть границы, отменить пошлины, свободное хождение валют, чтобы здесь не было препятствий для движения денег, свободное передвижение товаров, отменить НДС, потому что не отменить НДС, коррупция будет, убрать 3500 кровопийц государственных предприятий. Вот простая система, она понятная каждому. Это именно и есть система 5-10. И вот сейчас, если вы выйдете из зала, не вступите в партию 5-10, будете оставаться терпилами. Я немножко закончу, чтобы не на такой грустной ноте. А вы должны понять, что система 5-10, она разработана для того, чтобы объединить не только предпринимателей, а всех здравомыслящих людей. Народ. Это настоящая народная партия. Сейчас впервые появилась цель. Безналоговая Украина. С налогами мы пожили 25 лет. С борьбой коррупции 25 лет ведем. Мы не жили без налогов. Мы не жили как Монако, как Гонконг, как Сингапур, как Соединенные Штаты Америки до 20 века, когда они стали сказочно богатыми, без налогов. Мы не жили, как Швеция, 60 лет без налогов, а золотились после этого, начали вводить налоги. Украине надо пройти свой безумный скачок без налогов страны. Поэтому носите на себе цифры 5-10, вешайте на машины, делайте все, что угодно, чтобы распространить людей. Вам это не сложно, киоски подклеивайте. Становитесь проводниками этой идеи. Это единственная способность от них спастись. Иначе они останутся на вашей шее. Они не собираются реформировать себя. Какой дурак будет съезжать с 4 миллиардных кормушек. Дякую. Пане Вікторе, хотілося б почути вашу професійну думку. Представництво у владі інтересів малого і середнього бізнесу. Як це реалізується на практиці? На жаль, в попередній сесії не вдалося задати питання Леоніду Петровичу, але хотів спитати про те, знаємо, Рада підприємців при Кабміні давно відстоює інтереси бізнесу, в тому числі малого, і за часів Оксани Продан, і за часів Леоніда Козаченка. Але от, вибачте, можливо, помиляюся, але склалося враження, що зі зміною влади вплив ось цього органу став меншим. Тобто менше дослухаються до Ради підприємців при Кабміні. Взагалі, маємо Раду підприємців, при Кабміні маємо регіональні. Маємо багато тут людей, які входять до громадських рад при різних органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевих рад. Маємо безліч громадських організацій підприємців. І б'ємося, як риба об кригу, не маючи жодного результату. Мене просили заздалегідь підготуватися до цього заходу. Я не буду повторювати те, що я написав, стосовно ще одного можливого важелю впливу – це профспілки підприємців. Але скажу відверто, теж є песимізм. Теж немає віри, що це може зрушити ситуацію з місця. Що ж робити в таких умовах? На мій погляд, в першу чергу, вибачте, скажу банальність, але треба займатися освітою. Освітою власною, освітою членів своєї родини, освітою нашого населення. Тому що ми бачимо постійне, відверте нерозуміння і політичних, і економічних проблем нашим населенням. От сьогодні вийде на вулицю, спитай, більшість киян скажуть, що да, вони за те, що МАФи треба прибрати, знести, знищити взагалі. І наші політики, які балотуються в мери, більшість з них на чільному місці в їхніх програмах, точніше в наборі гасел, є боротьба з МАФами. Не з незаконними, а взагалі як з класом. В той же час, якщо правильно поставити питання людям, от ви згодні з тим, що треба знищити оцей малий бізнес, при тому, що мають зрости ціни, мають зрости витрати бюджету на там,
допомогу по безробіттю, відповідно, мають скоротитися витрати на якісь соціальні програми. Люди вже тоді замисляться над чимось, про що, за що вони голосують. Треба роз'яснити людям банальні економічні речі. От чесно, я б сьогодні не хотів дискутувати щодо програми лише однієї партії. Я взагалі прихильник ідеї 5-10, хоча, мабуть, після цього конгресу все ж таки на деякий час залишусь терпілим. Чому? Вибачте, розуміючи просто на сьогодні при правильності ідей, вони трошки утопічні, але це моя особиста думка, не ображайтесь. От. Так от, людям треба пояснити одну просту річ. Що таке влада? Це фінансування якихось програм, правильних, дороги, кращий вигляд нашого міста, пенсії, заробітні плати. Але треба розуміти, звідки йде це фінансування. Ми у всіх вас забираємо гроші, а потім ці гроші витрачаємо на якісь програми, на які будемо вирішувати ми, влада. При цьому, витрачаючи ці гроші, ми частину з них залишимо собі як заробітну плату, а ще велику частину, яку ви не можете проконтролювати, ми просто поховаємо по кишеням своїм чи наближених до нас людей. Боротися з цим ефективно неможливо. Єдиний варіант побороти це зробити, щоб це йшло мимо влади, не через неї. І тоді ці гроші залишаться в наших кишенях. Ми можемо ефективно ними розпоряджатися без влади. Чим більше державного контролю, тим гірше ми живемо. Тому через власне розуміння економіки, політики, через допомогу населенню це зрозуміти, ми можемо єдиний шанс міняти якимось чином систему, в тому числі і на місцевому рівні. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, пане Сергію, яка позиція бізнесу Києва? Бізнес Києва пройшов тяжелий путь, начиная с 92-го года, когда это все только начиналось, формировалось. Но подход к формированию властных структур, к укомплектованию властных структур, именно комплектованию людьми, он не поменялся, наверное, с тех еще постсоветских времен. Кумовство, сватовство, степень доверия к непрофессионалам, а к тем людям, которые готовы душой и телом быть преданы Богу, который стоит во главе всего этого коллектива. Вот это вот, наверное, основная причина тех проблем, которые у нас возникают. Люди, которые стоят у власти, они не хотят и не интересуются нашей проблематикой. Поэтому я считаю, что должно быть два момента, которые, может быть, как-то помогут нам решить данную проблему. Первое. Законодательный путь представления деполитизированных структур, которые будут объединять именно по экономическому принципу. То есть то, что вы решили, что это может быть утопия, я считаю, что это не утопия. То есть, если есть возможность объединить людей по экономическому принципу какому-то и представить интересы этих людей вне зависимости от того, кто будет у власти, красные, белые, желтые, зеленые. Люди пришли и сказали, нам нужно это. И вот нужен механизм, который даст возможность решения данного вопроса. Это первое. То есть законодательно утвердить представительство какой-либо структуры, которая сможет представлять именно интересы деполитизированного сообщества. Это первое. Второе. Подходы к формированию властных кабинетов. На данный момент, если брать ту договоренность, которая существует у существующей власти о будущем формировании кабинетного представительства в киевской власти,
оно уже поделено. Вне зависимости от того, будут ли они специалистами, нужны ли они будут людям, нужны ли будут они бабушкам, киоскерам, либо кому-то еще. Уже все поделено. Мое мнение, представлять в органах власти должны профессионалы, которым доверяют люди. А не так, что на данный момент партия Кличка не имеет того рейтинга, значит, они объединились с партией Порошенко, и они рисуют себе уже кабинеты и все остальное. Нет. Представлять во власти интересы профессиональных объединений должны люди, которые вышли из этих профессиональных объединений. И никак иначе. Они знают проблемы. Они знают, как решить эти проблемы. Вот как бы мое мнение по этому вопросу. Спасибо. Дякую вам. Пане Геннадію, чому колишні підприємці, які зараз стали чиновниками і депутатами, забули про проблеми бізнесу? Чи є рецепт від такої амнезії? Ну, во-первых, вот я тут немножко подебатирую. Когда говорят, там профессионалы какие-то существуют, забудьте, нет профессионалов будущего. Ну это же абсурд. Давайте найдем человека, который знает, как будет строиться будущее, он нам о нем расскажет. Единственное, что нас может объединить, это какая-то мечта. Все остальное это второе. Профессионалы потом наберем. Вы должны понимать, что самое главное должна стоять политическая задача. Какую я ставлю все время политическую задачу? Безналоговая Украина. Понятно? Понятно. Цифры 5-10. Понятно? Понятно. Ты за или против? Если ты за, значит идешь к нам. Я не профессионал в политическом строительстве. Я этим занимаюсь. Я не знаю, где взять профессионала, чтобы совершить здесь экономическую революцию. Их нет. У нас есть профессионал Азаров, у нас есть Яценюк, у нас все, кто работает во власти, профессионалы. Но они вас до гроба доведут, вот, поверьте мне. И если будете ориентироваться на вот профессионалов, то вот мы объединение создаем защиты киоскеров. Здесь работников кофейных машин, а здесь аптек. А здесь эта власть и хочет. Она мечтает, чтобы побольше собрать. Потом придет Продан, потом придет Кужель. Я поддерживаю вас, я с вами. Выбери меня. И эти профессионалы тупые выбирают их. Но самое интересное, когда вы будете объединены идеологически, когда вы будете верить в эту мечту, когда вы будете знать, вот эта партия всегда, последовательно, будет идти за безналог Украину. У нее могут быть удачи, могут быть неудачи. Они могут попасть в Киевсовет. Они могут набрать 10 депутатов в Верховный Совет. Но они будут продолжать строить безналоговую Украину. И это совпадает с моей мечтой. Но как только у вас мечта будет куцая, спасти свой киоск, защитить свой бизнес, чтобы вас откуда-то не выселили, чтобы вам чего-то дали, какую-то справку, тут же появляется жулик, который вас возглавит, и все это получит себе. Киоскеры это уже прошли. У них 10 таких жуликов. Они себе все получили. А тех отправили на тендера. Поэтому только политическая борьба. Потому что власть надо брать. И я не рассчитываю, например, на предпринимателей. Это самый, как сказать, эгоистичный класс, который никуда вообще не хочет идти. Я рассчитываю на народ, который поймет, все налоги дерут с него. 20% НДС платит только он. Эти вверху получают, это их доход. Я рассчитываю на людей здравых, а их всего 4%. Я рассчитываю на людей, которые в состоянии понять безналоговое государство, безналоговое царство, и поведут за собой 23% массу. Тех людей, которые они дали им работу, организовали, что-то умеют делать. А те, в свою очередь, потащат за собой вот тот весь хлам, который называется Украиной, который уже давно не работает. Которых называют, вы умные, разумные, сидите по своим селам, отрави колеса. Поэтому только политическое объединение. Только одна партия для всех. Только вера в мечту. Вот это объединяющее. А профессионалов мы наберем по ходу. Дякую. Хочу поцікавитися у всіх спікерів. Якщо ми візьмемо нову постмайданну владу, вона славиться багатьма корупційними скандалами. Всі присутні розуміють, про що йдеться мова. Як ви думаєте, чому ніхто з посадовців не поніс заслужене покарання за організацію і участь в корупційних схемах? Будь ласка. Повішення, ну що там надо сказати? Чоловік приходить
на должность. У него 2500 гривен зарплата. Он взял чуть-чуть денег за ускорение процесса. Повесит, черт возьми. А то, что он пришел и работает на 2500 гривен зарплаты, это вообще нормально? То, что полицейский пошел сидеть в машине по ночам, рисковать жизнью за $300, массово выстроили, это вообще нормально? Это что за страна такая, где работают чиновники за 2-3 тысячи гривен, и вы их не подозреваете в коррупции? Да сразу всех арестовывайте и тащите в тюрьму. Всех, должность меньше, тюрьма. Я ценю повешение. Все берут, вы подумайте, зачем же рассматривать? Судья берет, берет, прокурор берет, берет. Любой чиновник, предприниматель, мечтающий попасть во власть, он просто мечтает заменить чиновника и брать. Вы что думаете, что эти гуси-крады, предприниматели мечта, они приспособились просто. Мы все приспособились в этой стране. Мы нормально, мы не закрываем глаза, мы с открытыми глазами смотрим. У меня сосед коррупционер. Я живу в царском селе, у меня все коррупционеры, все соседи, казнокрады. Я их так и называю, барыги. Вот они называют нас барыгами, да? А вы знаете, что барыга по Википедии — это торговец краденым? Это Юлия Владимировна. Это Ляшко с правками, документами торгует. Это Яценю на Сбербанке наживается. Это Порошенко торговец краденым. Это они барыги. Потому что это торговцы украдены. А мы тут рассуждаем, вот, понимаете, сами вопросы неправильно стоят. Вот когда стоит четкая цель, вот без налога государства, дальше давайте обсуждать как. Как мы до него дойдем? Потому что вот посмотрите, на чем обман строится. Выходит политик, симпатичный, красивый, может быть женщина, может быть продана уже. И говорит, да я за снижение налогов, я тоже хочу их упорядочить. Но никогда они вам не говорят, а сколько? Мы написали на знамени 5-10. Мы не остановимся, пока не будет 5-10. 5% с продаж и 10 зарплаты. Вот тогда будет ваша свобода экономическая. Потому что без экономической свободы, без денег, вы не свободные люди. Вы все зациклены на этих деньгах. Как где-то их дернут. Пан Геннадій мені нагадав відомий роман Сабатіні. Висновок з цього роману теж відомий, я просто хочу його нагадати. Гладіатори під проводом Спартака воювали не за те, щоб знищити рабовласницький уклад, а для того, щоб помінятися місцями з рабовласниками. І от наші кандидати в депутати от мені нагадують оцих гладіаторів. Вони не хочуть знищити корупційну систему, вони хочуть її очолити. Чому безнаказаними залишається безліч чиновників-корупціонерів? Тому що вони розуміють свою безкарність. Вони бачать, що якщо є корупція у верхніх ешелонах, то їм це проститься, тому що вони її підтримують. От дуже простий приклад. Знаю, тут, мабуть, більшість займається малим бізнесом з використанням так званих мафів. У багатьох є проблеми з документами, систему таку створили штучно. Але скажіть мені, от багато з вас підпадали під демонтаж. Хто-небудь чув про демонтаж таких само незаконних, з точки зору влади, тимчасових споруд, які зайняті фірмовими магазинами «Рошен»? Немає питань? Дякую. Будь ласка, пан Сергій, що з цього приводу, цього питання, що скажете? Я опять вернусь, может быть, нас получится интересная дискуссия. Вы говорите сейчас о макроцели, которая стоит в принципе, да, государство может быть сформировано по такому принципу, и эти основные цели, которые ставятся партии перед собой, это великая мечта, которая впереди. Но мы имеем на данном этапе проблематику, которая существует сейчас. Для того, чтобы реализовать цели партии, нужны те столпы, на которых это будет опираться. А это, прежде всего, формирование какого-то законодательных инструментов, которыми мы сможем пользоваться. Для того, чтобы их сформировать, должно быть большинство. Для того, чтобы сформировать большинство, должны быть единомышленники, прежде всего, которые пойдут вперед ради цели. В этом зале, я думаю, что сидят люди, которые объединены
одним, ну, одной проблематикой, которая сейчас существует именно в нашем сегменте рынка. Очень интересовала и интересует людей проблема того, как вы говорили о великих целях, а каким образом вы готовы подходить к формированию властных кабинетов, каким образом вы готовы, вернее, хотите поменять ту схему, которая приводит сейчас к коррупции. Я понял, я могу ответить на это. Да, спасибо. Дело в том, что вам любой математик скажет, любой физик, в рамках этой коррупционной вселенной вопрос не решается. А если вопрос не решается, вы можете поменять любого там Яценюка на Квасенюка, неважно, это будет то же самое. Ерейска замените на не ерейска, там на мужчину. Да, опять не играет роли. Иностранцев привезите. Вон бедный Саакашвили бьется, он все равно ничего не решит. Ну, разобьет пару заборов на пляже, там, будет бегать. Все равно не решит вопросы в рамках этой системы. Все попытки решать проблему в рамках этой системы, этого государства, не получатся. Потому что так сложилось. Это постсоветский период. Значит, что надо делать? Надо строить свою собственную систему. Нам дается возможность политически ее строить. Это параллельное общество, параллельно организованных людей, которые верят вот в эту макроцель. Все остальные вопросы, они второстепенные. Их можно решать, можно не решать. Самое главное, это двигаться к этой цели без налогов государства. Осознание 2 миллионами граждан единственного выхода из нищеты без налогов государства приведет к Майдану. А Майдан приведет к бегству всей верхушки. Это простой путь. Есть другой вариант. Выбраться один раз в Верховный Совет, 10 депутатов, продолжать настаивать на разгоне, что пока не выберется 226. Пока мы с вами не возьмем всю власть, думайте, впервые так ставится задача. У меня нет денег брать всю власть, у меня нет средств, у меня нет олигархических каналов, олигархи не хотят ничего менять. Но у меня есть возможность воодушевлять людей. Воодушевлять на великую цель. Ставить мелкие цели, заведомо ставить себя. Вот вспомните Моисея. В рамках Египта освобождение евреев не решалось. И тогда он говорит, уходим все из Египта. Происходит исход египтян, и они строят свое великое царство. В рамках Европы обогащение большинства людей не решалось. Тогда европейцы сели на утлые лодочки и переплыли через океан, построили новое царство. В рамках этой системы не решаются проблемы. Только вот эта вера в новое царство, безналоговое государство, нас может объединить, но мы должны быть устойчивы и не бояться даже проигрывать. Но нас должно быть становиться больше, больше и больше. Мне надо 1-2 миллиона четких последователей. И забудете очень быстро про разговоры про коррупцию. В стране не будут говорить про коррупцию. В стране будут говорить о том, сколько ты заработал, молодец, какой дом построил, молодец, сколько сюда вошло инвестиций, какой у нас ВВП и как мы быстро растем. Вот это при системе 5-10. В рамках этой системы эти вопросы не решаются. Дякую, пане Геннадію. Час 4-ї сесії Конгресу вичерпується, але на цьому не завершається дана тема. Очевидно, що підприємці будуть застосовувати різні методи представницької демократії на захист своїх інтересів. Ми щиро дякуємо Геннадію Балашову, Віктору Кобилянському, Кобилянському Сергію. Дякуємо, будь ласка, займайтеся на місцях зали. Дякуємо вам. Шановні учасники,